Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ, этот канал посвящен лучшим сериалам, здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал, и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала. Под названием «Принцесса и нищенка». Сюжет. В одном городе живут две молодые женщины, поразительно похожие друг на друга. Волей случая они меняются местами. Одна попадает в шикарный особняк к мужу-миллионеру, другая – в простую коммуналку к мужу-компьютерщику. Чужие мужья, как ни странно, совершенно не замечают подмены. Инга – строгая бизнес-вумен, и Алена – милая девушка, работающая в детском доме, героини похожи и не схожи одновременно. Обе замужем и думают, что любят своих мужей. Но что-то точно идет не так, наверху все перепутали, и поэтому каждая живет не своей жизнью. Инга и Алена спешат к мужьям домой. Обе после долгого и трудного рабочего дня, первая пешком, вторая на машине. И вдруг авария, больница, подмена. Но это не мексиканский сериал. Все понимают, что с ними происходит, и мужья, и жены, но такая ситуация всех устраивает. Бизнесмен Сенцеов чувствует, что именно покорности жены и семейного уюта ему не хватало для гармоничного брака, а непризнанный компьютерный гений ждет хорошего пинка, чтобы не лежать на диване, упиваясь собственным совершенством, а делать карьеру. Жизнь все ставит на свои места. Первая серия. Алена Крымова живет в московской коммуналке вместе с мужем Димой. Ее жизнь идет по замкнутому кругу, работа, учеба, быт. Трудностей много. Муж работать не желает, за любимую работу воспитателем в детском доме платит гроши, на учебу ни денег, ни времени не хватает. Но Алена не привыкла жаловаться на судьбу, именно поэтому та преподносит ей неожиданный подарок. Фотограф Федор сумел разглядеть в ней австралийскую фотомодель. Благодаря его стараниям портрет Алены в дорогом платье украшает обложку глянцевого журнала. Но это обстоятельство совсем не радует неуверенную в себе девушку, а скорее смущает. Совсем другая жизнь у красавицы Инги Сенцеовой, богатый дом, любящий муж Виктор, собственный ресторан, прислуга, даже любовник. Но счастливой себя Инга все равно не чувствует. Каждая из героинь по-своему недовольна жизнью. И тогда судьба решает вмешаться, чтобы расставить все по своим местам. Не зная о том, что ее жизнь через несколько минут круто изменится, Алена садится в случайную попутку. Капризная Инга торопит своего шофера быстрее проехать перекресток на желтый сигнал светофора, и дорогая иномарка Сенцеовой на полной скорости врезается в старенькую «Волгу», в которой едет Алена. Сквозь дым из пробитых радиаторов видно лишь груды покореженного металла. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется. Где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.